Добрый день! Сегодня 13 ноября 2019 года. Мы продолжаем показывать квартиры в городе Хариша. Сейчас мы посмотрим с вами очередную квартиру. Она самая дешевая. На сегодняшний день это 950 тысяч шекелей. Хозяин надо деньги, из-за этого он немножко снизил стоимость квартиры. Так эти квартиры идут по миллиону. Сейчас мы с вами зайдем, посмотрим, и я вам про нее расскажу. Вот мы заходим. Тут есть маленькая прихожая. Можно поставить шкаф. Тут мы видим салон. Справа комнаты родителей с двумя окнами. И также вы видите, есть туалет и душ. То есть будет тут душ стоять. Квартира новая. Тут еще никто не жил. Дому 2 года, но так как хозяин не хотел ее сдавать, а только продавать, из-за этого она вот идет только на продажу. Тут должен стоять отдельный, можно поставить кондиционер. Тут, опять же, вы видите розетки, телевизор под интернет. Почему квартира 2 года не продавалась? По нашим законам, если человек покупает квартиру, то в течение года и 8 месяцев, если он ее продает, он платит налоги. Из-за этого хозяин не захотел платить налоги, и он посчитал, что ему дешевле будет, чтобы она простояла, и потом ее продавать. Вот сейчас, по истечении этого срока, он ее продает, и до этого можно получить вот такую квартиру, купить прямо в центре города. Это салон. Это кухня у нас. Кухня нестандартная. Тут добавлены ящики и шайш. Из-за этого она больше. Вот, знаете, тут можно поставить холодильник, посудомоечную машину, печку, этот место под стол. И тут вы видите место под это технический балкон. То есть стиральная машина и электрический бойлер, солнечный бойлер и место вешать. Тут можно поставить 2 кондиционера. Как один центральный отдельно и отдельно в родительскую комнату. Опять же, чем это хорошо, что можно экономия электроэнергии. Дальше мы с вами смотрим. Это ванная комната. Вот тут уже опять же есть туалет. Ящики. Вот такая ванная комната. То есть квартира удобная. Самое главное, что метраж квартиры 95 метров. И арнона на эту квартиру у вас 800-850 шекелей примерно так. Так как тут нету Максана, кладовой комнаты, и балкон не крытый, то есть сверху нет крыши. За счет этого тут такая дешевая арнона. Вот еще одна комната. Вы видите, тоже 2 окнами. И комната безопасности. То есть, на мой взгляд, очень хороший вариант, чтобы заехать и жить. И вот мы выходим с вами на балкон. Видите, что балкон большой. То есть обычно балкон немножко меньше, 8 квадратных метров, это, наверное, где-то 12. Я думаю, вот нету крыши, как вы видите. И опять же, вы видите, что находится в самом центре. Вот тут у нас магазины. Вот Купат Халим, Макаби, Клалит. То есть центральная улица. И еще тут преимущество этого дома, что тут можно выйти с 2 сторон. Когда вы выходите из лифта, вы можете выйти или на стоянку наверху, или на -2. Тут выходите прямо на Дерахерес. Вот такая хорошая квартира. Опять же напоминаю, что это самая дешевая на сегодняшний момент. Из-за этого, кому понравился этот вариант, звоните, и мы вам
с удовольствием покажем эту квартиру, предоставим все услуги. Мы также оформляем ипотеку, помогаем, делаем полностью банковское сопровождение от начала до конца. То есть доводим сделки до получения ключей. Для этого, пожалуйста, обращайтесь к нам. Компания Кахаус. Наш телефон 05353-26563. Мы вас ждем с нетерпением. До свидания.